Я посмотрел вчера на Ютубе секретное оружие, которое можно найти в мире. Там есть классное оружие, которое, в принципе, нужна команда только из трёх, потому что одному тяжело вдвоём. Вдвоём очень просто эту оружку получить. Там у неё 350, что ли, силы. Вот, это снайперка. Блядь, опять снайперки. Ненавижу снайперки, сука. Я хочу нормальные оружки, с которых хуярить можно. Но у неё при этом урон 7500, по-моему. Когда у обычной снайперки, которая тоже такой же силы, там 4900, что ли. Нормас. Надо ищем третьего игрока, короче. Найдем его. Ага, найдем его, говорю. Ну почему? Тетра как вариант. Он Диметр нам же. Ты дурак. Еще раз спрашиваю, какой Тетра? Фосфор, который. Который Сережа. Который меня в игнор добавил и не общается со мной. Ага. Панда. Все, панда, ты нам за руине. Ну да. С тобой. Из-за тебя, короче, у нас нет третьего игрока. Всё. Ну да. А мы, кстати, вступили в уже начатую игру. Нет, не да. знаю. Нет, потому что типа там же 2 из 3 было. Да, потому что прорваться в пирамидион уже 2 из 2, как бы. А, уже ну... прошел. Ну, нормас, чё. Я уже вообще бегу пофиг. Драться. А я только долетел. Так. Спецзадание, чё там? Из дробовика, из ракетной, чё, бля? Ой, бля, я ж доехать могу. Чтобы остановить нас. Я не удивлюсь, если он использует ту же стратегию против тебя, ассистент. Никаких изменений в реальности пока не наблюдается, но мы будем начеку. Да уж, увлекательно. Лол, подожди. Интересно, знаете, как? Ну, почему бы и нет? Я вчера тоже был на высоте. Ты всегда был на высоте. Я просто классный. Сказать. Я бы сказал, что утверждение не совсем верное, но да ладно. Ух ты. Спасибо. Лол, а так куда я, блядь, приземлился нахуй? На ней по лучам пройдись. Лол. Да, да, ты классный. Я же говорю. Лол. Возрождение ограничено или нет? Нет. Я в начале сам вешу. Или да. А я вроде да. Да, ограничено. Я типа не знал, что там лучи, типа, что-то пристало. А, то есть вот эти вот линии, это ничего, да? Я просто бежал вперед к победе, что-то это пристал. Как в принципе всегда. Да ёб вашу да мать! Да твою, боже мой!
Надо было третий прыжок делать, да. Да. Ты, я да, не знаю, как тебя можно обозвать? Обзови меня девочкой своей, ты меня назови, вот. А потом обними, а потом обмани. Да, мне кажется, этот чувак сейчас сидит и угорает. Сейчас чувак просто фейспалмит по КД. Ну я тоже фейспалмил. Тут раз, прыжков два. Вполне достаточно. Ты просто я просто бежал очень медленно. А этот уже стоит, ждет. А сейчас осторожно. Надо вот сюда вот прыгать. Туда. А. Странно. Мы следим за резонансными частотами пирамидиона, пока вы внутри. Кажется, я узнаю голос. Осириса. Какого Осириса? Нет. Я все уснул. Я уже одел, сейчас я кубашку надену и подойду. Вот 2 минуты, хорошо? Ну хоть ко мне один. Давай, иди в кухню, я вот так вот буду это. Уф. Это было больно. Да, это тоже было больно. Блин. Да в смысле? Там же их не было. Ну ты ваш. Блять, ненавижу. С самого начала, да, еще резнул с этого туннеля. Чисто найс, чисто найс. Чисто Федя, чисто Федя. Короче, надо бегать на шифте, а не просто. Вот все. Спасибо, чувак. А ты типа просто шагом проходишь? Ну да. Я понял. Когда ты немножко Федик, а ты немножко тут. Да. Блять. Просто блять. Не забудь удалить видео, пожалуйста, которое ты сейчас записываешь. Нет. Мы же играем, мы же фанимся, правильно? Правильно. Прекрати записывать этот позор. Как можно не пройти в это? Ты можешь подождать просто тут, как, ну, вот тут подожди, постой, прям у края. Твою! Я просто не понимаю! Сука! Блять, ору нахуй! Чувак, просто стой тут, давай ты меня будешь рисать, просто стой тут. Ты можешь подождать вот тут, вот на краешке, когда это исчезнет и пройти? Блядь, говно моча. Просто говно моча. Одержимые создают эти помехи. Уничтожьте их. Я не сдох? Ясно. Вот это прямо... фаер-шоу было, оу. Это не хороший звук. Ага, определенно. Да еще одержимых завезли. Говорили, будут скучно. Олег.
Ой, ну мы там сейчас в магазин собираемся идти, пиздец. На кухне или где? В общаге? Да уж. Ну ты собралась или нет? Мне надо еще время, чтобы собраться. Блин, у меня патроны кончились. Ну я не знаю, думаю, сейчас... Бегай, собирай. А что ты там делаешь? Ну, что-то мне прям ебало. Покромсали. Так ты приходилось и ко мне во всякую жарить-то, я тоже буду. Так ты ко мне лучше приходи, это жар на моей кухне, типа на четвертом этаже. Ага. Нормально, я тоже буду это есть. Идем на третий алтарь теперь. Блин, он реально не покушает. Тише, 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 дети. Или, может, ну, либо кинда гиппайнах. Ich bin die Stimmen aus dem Kissen. Вот как, можно было так не пройти? Так, рот закрой! Блять, горячий Денис это нечто. Ладно, не достужился пойти и меня воскресить. Я боюсь, что я не вернусь просто. Я реально оценил свои возможности. Ой, сейчас Милос Федька будет чувствовать. Я за... Да я сейчас за ней напишу. Исследованную на дрю спящей машине. Пройдите внутрь. Прости. Подожди, дай я похилюсь. Ты в этом уверен? Я бы сказал что-то, в чем не уверен. Ну ладно, хорошо, я зайду. А, прошел. Ага, хорошо, я зайду. Чуть не считается. Хорошо. Опа, я же пойду похаваю сегодня. Обожаю этот университет. Слушайся, пожалуйста. Так. Сахара и зеленый добавил. Месиво, месиво. Ух, весело, весело. Лол. Ну бывает. Сейчас бы идти на открытую. Ну не то чтобы сильно на открытую, но. А, ну тут, конечно. Пишу еще. Прям совсем не на открытый сейчас. Звездочки кого? Че ты пристал, а? Может, страсть, как это говорил Тор, ну страсть у меня геройство. Твое геройство обычно заканчивается очень плохо. Ну так у Тора и тоже не сразу все получалось, че ты пристал? Даже у сына Одина бывают косяки. Так копался же до меня. Ой. Ну, прямо... Где? Внизу, где-то. Нет, где, блядь? Если ты как бомж. Где только еще одна башня? Да вино-то есть! Креветки! А, то есть там все время был спуск, и можно было вот так не прыгать, да? А мы тут не упадем, да? О, фиолетовая шмотка. Вы подходите к берегу неисследованного озера из Радиоля. О, не к яме? Яма? В пирамиде у нее нет.
То есть, да. Ух ты, это роботы. Вот и озеро. Можешь прыгай. Нормально. Этот синий шмот. Не, ну вы вне конкурса, типа, вообще. Что ж, остались только мы. Ты ж не путай, типа, своих и не своих. Кто тебя там ворёт, господи? Соседи. Воу. Какое озеро? Блять, да. Ой, бля. На тебе в лицо. Чувак, прям, чувачок прям реально жесткий. Подожди-ка, дай-ка я переключусь. Ну серьезно? Я тебе что, буду просирать все свои заряды? Подожди. И как там его прикрыть? Вон там зона. И как там его. А, вот, я понял. Чё, блять, опасный челик. Так, в другую зону пошли. Так, окей. А, ну и так. Ульта заряжается. Но ты заманал! Вот же ж сука. Ты по два заряда просрал. Ульты? Нет. Этой. Да? Почему я не могу? Да если не подходил к этому. Спрашивал за это. Что ты доебался? Может, этого? Я даже не удивлен. Лаборанта. Вот два скосини на доминионе, посмотрю на твою петлявость. Да, куда? Где? Вон он. Так, нет. Подожди, какая-то кинетика новая выпала. Федя, а, ты не куда ходить не будешь? Нет. Так, на этом все, да? Али мои новые модные штаны какие. О, можно, короче. Ты на мои модные новые штаны, я тебе говорю. Ну, как всегда, я на первом. Поддержка 50, я вас поддерживал. Понял? Ага. И создал 4 сферы, а нахера только? Поддерживал. Морально. На следующее задание. Пошли на следующее задание. Так, что там? Перчаточки. Нахуй. Штаны, доспех, плащ. Больше нихуя не упало, нихуя. А, ну вот силовая 242-239. Берем. Так. Вот это мы берем. Это мы. Ага, хер. Талия модификаторов. Тоже нафиг. Мне нужно героическую миссию где-то взять. Я возьму героическую миссию. А где ее взять? Мне тоже надо героическую пройти. А, вот. Рекомендуемая сила 280. Нет, ребят, не. Новато еще, да? Так, кто-то энергии. Так, можем на Ио пойти выполнять оранжевые приключения. А можем тут пойти на Землю и продолжить проходить красную кампанию.
Потому что, в принципе, приключение, оно такое, типа, не обязательно. А, вот это без... Ну, типа, не особо нужно? Да. Испыт... Ну, как бы этот... Давай еще один налет сгоняем. Нафиг. Там мне квестик добить. Ой. Может, что-то на этот, на убийство... пустотной энергии. Налетов? Ага. Лебёж. Давай, погнали. Какое-то разнообразие. Нам нужно компанию проходить. Не будем дальше компанию проходить. Один налётик и погнали. Тогда нам на землю надо будет, да, пиздовать? Mm. И души. Когда душа, не знаю, в пятницу, наверное. Я тоже жду. Также с лучших игровых дополнений. Map size, damage. Дает возможность сделать размер карты меньше, за правый и нижний угол можно иметь размер. Puzzle Hunt. Указывает надпись на экране, если поблизости есть записка. Если записка пропала. Записка. А, кентавр, господи. Holy Weapon. Мини-дополнение для запоминания облика святого оружия, автоматическое его надевание при входе в игру. Чё? Ты о чём? Дополнение смотрю. Сколько там дополнение-то стоит? 1.9к, да? И ещё там какой-то за 3? Или я что-то путаю? Какое дополнение? Ты о чём? Для Destiny. Для провода. А, чё за дополнение там в Володах? А, эти аддоны, что ли? Аддоны, да. О боже. Надо всё-таки допройти. Дополнение для Destiny 1300, самое дешманское стандартное издание. Угу. 1399, по-моему. Нет, 1300, ну, 1400, да. И одно там, я не знаю, Deluxe, я не смотрел версию. Я бы взял Deluxe, на самом деле. Пацан, к успеху шел. Не пришел. Это же танк! Тот танк не успели заправить до конца перед тем, как его подняли в воздух. Аманда как-то сказала мне, что из топлива Кабал получается отличный катализатор. Что это за звук? Это должно быть, я не... Побежали. А, погоди-ка. Нет, нет. Он меня должен прикрывать. У него в руках топливный элемент. Неплохо. Давайте, вы прикрываете, я буду бежать. А, да? Ты где? Ну, нормас вообще садят. Прикрываю. Я в рукопашку могу взять. Хапашек нету, хилиться. Кажется, у него голова немножко. Мне до сих пор
пор не удалось обнаружить Зана. Обычно Кабал не прячутся. Не так уж он и прост. И пушки у него очень даже ничего. Эти пушки убили слишком много хороших людей. Не пойми превратно, он заслуживает того, что готовит для него наша боевая группа. Чё такое, чё ты ржёшь? Поэтому я работаю один. Корабль ещё тут. Зан теперь на месте Тумаса, с которым ты покончил. Странно, что он не покрасил сюда фисташковый под цвет своей брони. Прости, какой цвет? Да не важно. Опа, ракетная установочка. Где? Я понял. Где еще пацан с нами, который? Так, а нам куда идти-то? Налево куда-то. Ну, пошли. Ой, там, кажется, какой-то этот... Был челик мощный, стал мертвый. Видел, да, вот этот пацан немножко мощный был. Сейчас он лежит. Такой мертвый. Мне нравится. Ключевое слово был. А? Я говорю, ключевое слово был. Мини-босс, так сказать. Против ракетницы ты не попрешь, как бы, ну сам пойми. Это да. Что там по контрактам, блядь, сколько еще надо? Еще 15. Вот мы и вернулись на корабль. Мы идем за тобой, Зан. Он должен за многое ответить. Пусть ответит. Тут падший. И танк. Чего? Здесь не было танка, Кабал. И почему у них танк внутри корабля? Потому что Зан исполнил. Так держать команду. А, ну там танку плохо стало, ракетниц. Такой себе танк. Ой, что происходит? Не только от ракетниц, я в него гранатометом накидал. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сейчас пойду, чувачка подниму. Блять, я слеплю, он, сука. Ёбаный тип. Бать, это хуйня скорострельная. Пизда просто. Лол. Отлично. Вот и лошара. Да чё ты это ж фан. Мы ж не на корову играем. Если бы мы на корову играли, ладно, я тогда подумал. Кидаться на капитана в рукопашку или нет. Куда идем? Еще
Ой. Кажется, он шотнул меня. Чего я тебя понять не могу? Поближе подойти, не пробовал. Так, теперь нам в лифт надо. Ну алло, вы где? Мы внизу. Что тут делаете? Ты не поверишь. Нет, надо с какой-то другой стороны зайти. Ты запрыгнуть не можете? Ты просто читер. Нифиг. Да блять. А ты Федя. Ару. Не, идем расхуяриваем ангар. Насчет этого я бы поспорил. Ну, захватываем. А ты всегда такой дерзкий становишься, когда видео я включаю на запись, а? Да. Вот не надо, тебе не идет. Я всегда такой вообще. Да. Правда. Неужели незаметно? Нет. Ай. Ты там живой? Это живой. У меня суперзаряд готов. У меня тоже ульта готова. Все, ульта в откате. Блять, я не на того спустил, да? Нет, вроде чувак в розыск был написан. Вообще не на того. Ну ладно. Типа на улицу надо, что ли? Оу! Это чё, блядь? Чё за... Еба просто, нахуй! Просто смотри на этот... Тынь! Ушёл! Как эта хуйня, блядь, произошла? Вот как, блядь? А, это что, девочка? Девушка? Где? А вон он. С нами?
не пугает. Покончим с ним. Ты имеешь в виду с нами играть? Угу. Откуда я знаю? Может быть. Ну, перс женский, во всяком случае. Вот, ну, знаешь, как-то не аргумент совсем. Я говорю, ну, перс, говорю, женский, во всяком случае. Я пошел отсюда. Пока. Где этот, блядь, долбоёб? Чисто твой девиз по жизни, да? Я пошел отсюда. Куда он? А, что, правда, что ли? Ну. Его там, чего там по контракту? О, блядь, еще 7 мобов, и все будет хорошо. Я вижу. Ага, отключить щит через 100 метров, 50, 40, 30, 20, 10. Так, у меня солнечный заряд, и куда мне его вставить, блять? Вон там. Я вижу, несу, прикрывай. Заставом бегать. Собак выпускать. Опять у него щит этот. Так, у меня ульта откатилась. Он сейчас под щитом, только не спускай. Не, я вижу, что он под щитом, нужно сейчас его опять отключать. Самолет надо сбить. Звездолет какого там. Стреляйте мне. Взял заряд. Поехали. Поехали. Где-то там. Куда ты бежишь? К тебя встречаю, блядь. Мог бы остановиться. Блядь, я на Доминионе, сука, остановлюсь. Вот это будет панда шо с лицом. А, да? О, панда шо с лицом. Он меня шотнул. Как, да фиг его знает. Да, у меня патроны закончились. Блять. Там подымите плес. Я тут типа не могу. Это долбоёб, блядь. Ульта, нахуй. О, фёрни шмотка упала. Без
Зана, Красный Легион скоро снова будет бросаться камнями. Отлично сработано. По тебе когда-нибудь попадало камнем? Не жути так. Ах, скучаю, парень. А лучше не нашли шмотки? Мне выпало бы на 243 защиты надевать, не надевать. Но тогда у меня сила упадет. Это разбирать ее надо, получается, да? Как хочешь. Ну, типа... Нахуй нужно. Все, погнали сюжетку проходить. Сразу по красным квестам будем ходить? Оранжевым не будем? И тогда. Хотя можно будет типа карту зачистить на земле. Я пойду покурю пока что. Панда, окей? Все, пошел курить. Сколько времени? Блин, уже полдесятого. Мы не успеем. Пошли мероприятие открыто, через 3 минуты пройдем. А, или оно уже... А, оно уже идет.
Ну, короче, я вернулся. Ты где там? А. Я здесь, но там домик сейчас. А, все, ты свалил? Да. Пошел я туда. Домик закончится быстро, можно продолжить. Вот ты, доминионщик. Пойду тогда себе обилку закрывать. Давай. Чё? Чё будешь закрывать? Обилку себе третью. А, давай. Какая это? Какого? Если хочешь, тут сиди, я скоро, ну, относительно скоро. Хорошо, буду. Хорошо. User disconnected from your channel. Вот кидала. Ну ладно, играем дальше. Бля, какая удобная херь, когда у тебя есть средство передвижения, оно. Наебнусь? Нет, нет, не наебнулся, нормас. А дальше все вручную. Сиделкам у костра. Я к ним уже давно готов. Ой, опять эта хуйня. Нет, чтоб сразу отправить, короче, забрать обилку и все, и ГВП. А тут еще армию целую уничтожать, по сути. Считай. Ты прицеливаешься, прежде чем натянуть тетиву. Верно? В этом нет смысла. Из чего они, блядь, стреляют? А пожалуйста, вот вам граната. Да, бля. Не, кинетика все-таки пижа. Чё ж ты, сука, такой живучий? Человек, блин, блять. Ну и где он?
Там еще одна частица. И благородный человек устоял. Все обратили на него взор, ибо он воплощал собой надежду, хоть и был таким. А вот и осколок. Подожди, ты это слышал? Это одержимые. Да. Привет, пошли с нами. Ты можешь танку пойти луком? Луком, ну, в принципе, да. Чё? В принципе, могу. Давай пойдем. Ну сейчас я в другой игре просто вешу. Сколько у меня времени есть? Ну, минут 15 точно есть. А, ну все, хорошо, через 15 минут зайду. Могло остаться немного света. Чё, как дела? Нормально, вроде бы, как бы. О, нормас, новая билка, кайф. Покажи одержимым, чему ты научился. User left your channel. Ну иди еще. Просто ну иди еще. Так, куда садят, ага. Тупо найс. Да, просто чисто имба. Прям Робин Гудом себя чувствую, или зеленой стрелой.
Так, свет, 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 свет. Не знаю, почему странник все время выбирает нас, чтобы наделить силой. Кроме нас, за правое дело наверняка сражаются еще многие. Вот, блин, чуть-чуть не хватило, чтобы новую энграмму получить или как там ее. Сейчас занесу. А у вас нет случайно колонны? У вас нет колонны? Что? У вас нет колонны случайно? Ладно, пошел я, короче, в другую игру.